Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в детском саду. Следователи возбудили уголовное дело. Есть версия, что инфекция распространилась с пищеблока. Известно, что вспышка инфекции была зарегистрирована еще в мае в Фаленках. Врачи тогда диагностировали сальмонеллез у 5 детей. Тогда же районная прокуратура начала проверку. И теперь, по ее результатам, уже Следственный комитет сегодня принял решение возбудить уголовное дело. В ведомстве установлено, что источник заболевания находился именно в детском саду. На территории учреждения были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, в помещении пищеблока. Там давно не проводили дезинфекцию. За нарушение санитарных правил виновнику может грозить крупный штраф. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следователям было возбуждено уголовное дело по статье 326 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.